Здравствуйте! С вами снова Чубаевский Владимир Владимирович, ветеран-врач-политолог из ветеринарной клиники Бенби. Сейчас мы поговорим с вами о кормах, о том, как их выбирать, ну и на что нужно обращать внимание. Ну, во-первых, вы покупаете новый корм. Обязательно, что вы делаете, вы осматриваете внешнюю упаковку. Если имеется бумажная, смотрите целостность. Когда вы ее вскрыли, уже смотрите на целостность, скажем так, упаковки, чтобы не было нигде отверстий и так далее. Далее, что вы делаете в первую очередь? Вы вскрываете упаковочку и обязательно нюхаете корм. То есть, чтобы не было запаха плесни, там, каких-то опрелостей и других каких-либо инородных запахов, не соответствующих нормам. Далее, что вы делаете? Вы проверяете чистоту корма. Как это можно сделать? Во-первых, обязательно руки должны быть чистые. Берете немного корма и слегка вот так через руки его пропускаете. И, как правило, если корм пыльный, единственная какая особенность, лучше брать не сверху, а если будет возможность, в середине, либо со дна. Кстати, можно дно посмотреть. В прозрачных пакетах, если какой-либо мусор есть, его очень хорошо можно разглядеть. Это на чистоту корма. Далее что? Проверяйте состав корма, соответствует ли он тому, что указано на упаковке. На будущее не берите корма с добавками, то есть никаких крашеных кусочков, грамм, дрожжей, это не нужно, это все лишнее. Я вообще категорически не люблю корма с дополнительной витаминизацией, от них бывает очень много часто проблем, которые потом приходится решать. Еще один способ для проверки качества корма – это проращивание. Хотя нет. Сначала промыть корм. Чтобы проверить его чистоту, просто возьмите корм и промойте. И вот эту воду, которую вы промывали корм, посмотрите, насколько она будет чистая. Это тоже одна из оценок. Далее, проращивание. Проращивание корма. Если, скажем так, из того, что вы решили прорастить, где-то примерно 70% прорастает, то корм может считаться качественным. Если меньше, то говорит о том, что корм некачественный. Питательная ценность зерна плохая. Так, что еще? Если вы переходите с одного корма на другой, обязательно это должно происходить постепенно. Сначала смешивайте два корма 50-50, 50-50, и в течение 5, ну максимум 7 дней увеличивайте новый корм и уменьшаете старый. Таким образом переходим на новый корм. Берегите и любите своих пернатых питомцев, и они ответят вам взаимностью. Специально для группы ВКонтакте «Ожерелый попугай» Чубаевский Владимир Владимирович из ветеринарной клиники «Бенби».